Настоящее эко-лето. На площади перед зданием городского собрания Сочи развернуты экологические зоны активности. Юных экологов и экологов со стажем приветствовали глава города и председатель городского собрания Сочи. Делается немало, предстоит сделать еще больше. Только парки и скверы мы делаем в год не меньше 4. И сегодня мы работаем над тем, чтобы построить набережную по реке Мацеста, соединить эту набережную с нашим Теренкуром. Мы работаем над тем, чтобы каждый район, каждый год увеличивал на одну рекреационную зону. И работаем над тем, чтобы каждое дерево, каждое растение было ухожено. Мы вместе с вами сделали и делаем наш город привлекательный, чище, краше, зеленей. Очень много делают наши общественники, потому что на земле нет никаких других сердец, других рук, кроме наших, для того, чтобы сделать процветающим наш город, нашу страну и нашу землю, и оставить ее для наших будущих поколений такой же прекрасной, чистой и светлой. Празднование было организовано по инициативе Комитета городского собрания Сочи по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды. Каждая отрасль представила свой проект. Например, эколого-биологический центр бесплатно раздает жителям рыбку гамбузию, которая ест личинки комаров. Ассоциация «Раздельный сбор» продемонстрировала, во что превращаются после переработки пластиковые бутылки. Сначала на переработке они дробятся в хлопья, промываются несколько раз и переплавляются в гранулу. Из этой гранулы она как полуфабрикат. Из нее можно сделать уже и пластиковые бутылки новые, и одежду, и предметы текстиля. А конкретно из сочинских бутылок производится синтепон и различные виды наполнителя. К осознанному обращению с отходами сочинцы уже готовы. Многие пользуются корзинами для раздельного сбора мусора. Они установлены на улицах и пляжах курорта. Создаются компании, которые начинают заниматься уже сбором, например, пластмассы. Отдельная тема. Сбором пятой категории, скажем там, да, остатки строительного мусора. Отдельная тема. То есть рождается та ситуация, когда человеку будет и нужно по сознанию, и выгодно экономически сдавать этот мусор раздельно в компании, которые будут заниматься переработками. Это мы начинаем. Город в этом плане начинает двигаться. День эколога, пожалуй, самый молодой праздник. Его начали отмечать с 2008 года, а дату приурочили ко Всемирному дню окружающей среды. В Сочи сегодня всех тех, кто бережно относится к природе, наградили грамотами главы города и городского собрания Сочи. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.